Браубер сообщил о своем аресте в Испании по запросу Москвы. В Мадриде полиция задержала главу фонда Heritage Capital Уильяма Браудера. Об этом он написал в своем Твиттере и подчеркнул, что арест был инициирован по запросу российской стороны. «Я на заднем сиденье машины испанской полиции, еду в отделение по российскому ордеру на арест. В какое отделение меня везут, мне не говорят», — написал он, сопроводив пост фотографии из автомобиля. Позднее РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы полиции сообщила, что финансиста отпустили. В России основателя Heritage Capital заочно приговорили к 9 годам тюрьмы. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах. Позднее Генпрокуратура отправила в Интерпол запрос о задержании Браудера и его экстрадиции в Россию. Heritage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 20.05 М. Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его заочно осудили на 9 лет по обвинению в неуплате налогов. Перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.